шедує платоще, чере вечере, добре вечере, добре вечере. Шапочку не сняв, не накланявся, чере вечере, добре. Троицкий лес. Сегодня 15 января. Детишки, кто хочет поиграть, подойдите сюда. Люди создают снеговиков. Снеговики информируют о том, что Троицкий лес нельзя вырубать. Это часть экологии города. О, это кто сказал? Это я говорю. Это правильно. Просто я думаю, у вас какая-то это, информация. Связь с кем-то. Которые остались еще со времен Великой Отечественной войны. А, полгорода здесь гуляет и дышит воздухом семьями. И вот это единственное богатство города, которое хотят у нас выпилить и просто уничтожить. В принципе, места для строительства не такой большой, а более компактных школ, которые, собственно говоря, и нужны жителям, да, и особенно в период пандемии. А если уже власти настаивают на строительстве именно такой громадной школы, чего жители вообще не понимают, то есть вариант договориться с федеральным правительством и переместить эту школу на Батаковское поле, которое находится в федеральной собственности, и там планировалось много лет назад строительство кампуса ВШЕ. ВШЕ в данный момент не планирует там строить кампус, поэтому как бы, но по плану, да, по градостроительному плану, там предполагалось еще две школы на этом Батаковском поле. Поэтому если уже власти настаивают на строительство такой большой школы, то нужно прямо этот проект, потратить небольшие деньги по привязке этого проекта вот к местности, не тратив на разработку, не тратив.